Нави, в принципе, тоже неплохо шли до турнира. То есть квалы на эпицентре они проиграли только у Цяху, как угодно, на линии. Ну и проблема будет у Бивера здесь вместе с Пайкатом определенного характера. Нужно будет Биверу постоянно находиться на линии, делать какие-то пулы, я думаю, вряд ли получится. Ну и самое главное, что здесь спот забанят. Смотри, насколько агрессивно хотят играть у нас здесь LG Паравьянки, насколько они все уверены. Посмотри на прокачку Мунайта, что он вообще закачал. Он Дегенаура, да, Дегенаура, смотри, Бивера прогоняет по тавер и дальше Ахфу. Да он его просто сейчас избьет, Бивер отбивается, Ахфу. До конца Ахфу все-таки погибает, ну зачем же так нагло, брат, друг Боч? Все-таки вы наказали за эту супер-супер наглость. Да. Ну, так не надо, но так хотел. Не надо. Он хотел. Если бы он сделал этот фраг, самое-то главное, что фраг там в глобальном смысле ничего не меняет. Он же вернется и продолжит это делать. Да, сейчас опять иллюзия по двум героям и опять пошел. Они очень много ресурсов будут, Нави очень много ресурсов могут тратить, чтобы с этой линии разобраться. Потому что здесь должен постоянно быть здесь Раптор, здесь должен постоянно быть Санейк, Санейк не сможет роумить. Соответственно, другие линии будут не напряжно стоять. Да, просто бегает, прилетит он не скоро. Ну, Ахфу пошел за руна и сейчас продолжит свою веселуху, продолжит собирать дамаж. Вот Ахфу не делает, как Лил. Как Лил делает, он делает от иллюзии два двойных стака, как раз в этом лесу, и потом иллюзии прогоняет и идет на линию. Иллюзия как раз догоняет его, и он выходит плюс эти вот 60 там демеджа. Да. На инфлейме. Ну, пока живет инфлейм, продолжает жить. Есть перификейшн, пайкат, еще 3-4 удара надо сделать. А, рядом, кстати, с Анейка могут быть проблемы у инфлейма. Сбили ему фласку, и проблема огромная. Так, Ахфу рядом, Ахфу рядом. Есть подхил еще, есть подхил. Как больно, подставим по всем. Уйдет. Да, должен уходить, это должен уходить. Еще одна тычка должна быть. Санейка пытается нас впереди его догнать, но Мутан работает. Дегенаура. И на развороте еще и подхиливается инфлейм. Санейка должен умирать здесь. Элдер Титан еще будет догонять у нас Бивера, что как раз за ним гонится. Бивер в ботинка, нет? Это не важно. Просто великолепная игра от LGD Faroyoung. Просто. Даже если ворвутся, даже если начнут месить, вообще ничего не боится. Он просто ничего не боится. Так, а тут тем временем выход в мид, это Ахфу пошел. Да, Тинкер надо забирать. Если грамотно сейчас стан попадет, если Дэнди попадет под этот стан, Лина просто прокаста заберет. Раз... Ну да, 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 так и сейчас произойдет. Он даже не успевает. Стан. Есть ТП, но очень поздно, и два удара еще надо сделать команде LGD Forever Young. Великолепный очередной мув от Ахфу. Ахфу пока делает эту игру вместе с инфлеймом полностью. Вот. И Ахфу, и Инфлейм могут практически нон-стоп бегать и создавать какой-то лютый экшен, но это они делают. Смотри на раскачку с Слоумейдом. Поскольку они играют, он без новой играет. Он просто взял за фростбайт на 2 аура. Говорит, ребята, еще один фраг на Дэнди. Вот так вот. Просто браво. Знаешь, тут вообще глобальная проблема в том, что если мы посмотрим сейчас вижен от команды Na'Vi, мы поймем, что они не видят-то толком ничего. Все. Глобальная проблема в том, что мне нравится китайский коллектив, это очень редко происходит. Да, да, я, наверное, с тобой соглашусь. Если я не скажу, что вот вчера IG выиграли против Clutch Gamers вечером, я смотрел, да, IG там были сильные, но они просто на голову были сильнее Clutch Gamers. И я бы не сказал, что IG мне нравилось, как там играют. Вот эти пацаны мне прям очень нравятся, как они играют. Они все четко делают. Ну, ты смотришь, у них все тинко. А это... Так, так, инфлейм, рядом с Анейка, инфлейм, не успевает рэпл, инфлейм, есть подхил, пайкап, на развороте, просто погибает, Ахфу уже здесь, Санейка дерется до конца, просто Санейка, два удара надо сделать, стану не попадает, Санейка, наконец-то, наконец-то. Если он попал станом, это просто иллюзия пойдет, все, они увидели, сейчас пойдет иллюзия, да, 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 здравствуйте, Данила. И бежать, 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 наверное, Дани отсюда подальше. Догонит его. Да, 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 есть уже Дегенаура, здесь Санейка, кстати, у Супера могут быть проблемы. Врывается сюда Санейка, хороший стан, Супер должен погибать, отлично, отлично, контр инициировали, закрыли еще DDC. Есть вакуум, отлично, DDC нужно тоже забирать здесь команде Na'Vi. Санейка под тавер, два фрага делают Na'Vi. Хорошо, сместились, отлично. Ну вот на этот раз, ты знаешь, вот было похоже на подбайт такой, подбайт, который сработал наконец-то. Слишком ничего сделать не было, что левла у Бивера. Это тот парень, который катается? Да, этот парень, или может быть тот парень... А, это парень 9-й. Но качает. Мы не видели, качал ли он на 6-м, но на 9-м у него точно Сандер есть. Было бы странно, если бы у него не было Сандера. О, на генерала, перепикет 4-го левла, и генерал пытается как через вакуум уйти, кулдаун у него был. Генерала на сколько? 2. На 2. Вейблить крипов в лес, потому что тавр, конечно, пушить не круто. Ну и 6-й у него сейчас будет после вот этой пачки. Это он 5-й уровень соседней книжкой. Да-да. Что у нас? Простите. На топе у нас пытается загнать Санейка. Проблемы тут у Санейка. Пытается он крашем как-то отстанется, но будет еще у нас колбочка, да.
не отпускает. DDC, когда ты проигрываешь 5000 на 13-й минуте, на 14-й минуте, это плохо. Далеко пошел, далеко Иул. Пошел. Откуда там Иул? Иул. Ага, ясно, ребят. Вопросов больше не имею. Здравствуйте, у нас Иул. Вопросов больше не имею. Великолепный крипстат. Все очень хорошо. Сейчас у LGD Forever Young. Но теперь вопрос, как правильно толкать линию. Так, дилер, есть дилерс, РПЛ, погнали, ТПАУ пытается сделать, дэмэджа хватит, конечно, хватает. 2000. Конечно, хватает. И вот сейчас... она стяжка на топ. Дальше. Мне очень нравится вот это изменение, которое под временем стоит у нас. А, ну, где показывает это? Да-да-да, это великолепно. Можно опыт показывать, а голда, она, в принципе, всегда видна. Ну, оп, напали, супер, хороший фраг для Нави, будет ли ответочка какая-то от LFI, будет ответочка здесь, аху. Хороший блинкаут уже делал, уже блинк есть. Дэдстан, дивер, дивер должен рассыпаться, дивер кушает стик, пытается как-то дивера убили. Генерал разлом по генералу, генерал тоже должен умирать, минус. Это минус 2 и это минус 3. Санейка, телепорт есть? Нет? Санейка, бежать. Просто, да, блинк есть, блинк есть. И? А он драться хочет, что ли? Куда ты блинканулся? А, видит, щелкает по нему. Элдерстан, ну куда? Акбар. Да, ну у него не было ТП, но мне он кажется, что все видит. Знает, где Нави, прекрасно чувствует игру и выходит в атаку. Так, генерал. Ой, как хорошо. Где Слардар? Генерал пытается резать. Не хватает Слардара, потом Дэнди. Да, прилетает. Проблема огромная. Дикси. Супер. Есть минус один, есть минус два. Проблемы также у инфлейма. Инфлейма должны сейчас убивать. Нет, есть все-таки Гаун. Уйдет отсюда. Появляется супер. Прибежал сюда монет. Он без формы. Ну как же так, LFY? Почему же они так нагло побежали втроем-то? Не знали, что генерал в инвизе, но все равно. Супер нагло. Без смока, без ничего. На хайграунд теряют, конечно, только ЦМ-ку и Аэгис, но много импактов носил этот герой. А вот сейчас тяжелее, сейчас намного сложнее. Но с другой стороны, мы прекрасно понимаем, в начале игры вот там... Вот так вот. Я, извините, как стоит. Ты вас не снимешь никогда. Потому что да. Ты вообще даже не поймешь, где он стоит. Ну, с другой стороны, он не дает там типа столько вижена, но он показывает довольно много. Минус мидл у Нави. 13 секунд до Дэнди. Пока еще нет, пока да, еще. Да, пока еще нет. Сейчас выкупается кнопку ждет. Либо теряет мидл, потому что нет уже. Так, Санейка, диффуза, Санейка, проблема огромная, Санейка просто умирает. Минус мидл. Что происходит? 45 секунд у него. Ну, на топе просто тоже забрали Т3, но барак-то не забрали. Бибер будет возвращать нас монет до конца, монет должен погибать, да, монет погибает. Ну, какая разница? Ну, супер гнать. Супер надо гнать. Дэнди здесь же. Супер. Проблема огромная. Да, динается супер. Ну, и ты знаешь. Супер, тут что-то Т1 не забрать просто так. Такая сейчас подбежит, добьет. Да, вот они, вот еще Иульчик. Да, генерал, хорошо, тяжко, но где продолжение? Санейка не дает. Дает стан немножко не туда, куда надо. DTC раскастовывается. В итоге Санейка просто разваливает. Новый год от DTC. Есть Guardian Angel. Надо убегать отсюда. Пайкат. Проблема огромная. Пайкат залез крипа. Ждет, пока закончится Guardian Angel. Летают рокеты. Пайкат. Пайкат все еще где-то здесь. Ждет DTC. Бегает, видит его прекрасно. Ну и вот надо уходить Пайката. Да, не пошло. Опять картина не сработала. Ну, не так, как это делает БП. Вот если БП это делают, они это делают идеально. Не, я тебе так могу сказать, что Omni Knight просто не подставился под этот вакуум стан, и он занял хорошую позиционку. Он прекрасно понимал, что сейчас может быть атака от Нави, и он как раз успел положить репел на долину. И Лина как раз ей ничего не... Ну да, ничего не потратили, разлом тут потратили. Это не страшно, абсолютно. Вниз, вниз будут смещаться, Лина уже подпушивает эту линию. Отлично, кстати, атака неплохая, да? супер, есть ветра. Успеете сейвить, да, успеет, тут же разбегается, поймали Санейка, у Санейка огромные проблемы, Санейка погибает. Бибер, сяжка, ну а нет Санейка, что продолжить, Монет, конечно, проседает очень долго, Инфлейм здесь живет, но Инфлейму ничего не могут сделать, Монет. Есть на нем РПЛ, БКБ включает, есть Сандер, Пайкат погибает с байбеком, конечно, Дэнди пытается что-то сделать. Но не разбросил он на нужное количество лазеров. Дэнди очень жестко сейчас отзонили, то что их выгнали. По тир 4 ТВРа он не сможет спамить машины и просто им будет ломать сторону. Надо выкупаться срочно, конечно, за стилеру. И врываться, потому что упадет вторая сторона. Вообще очень тяжело будет отбиться после этого. Правильный барак добивает сейчас Монет. Добивает барак, Пайкат, пошел в драку. Пайкат без байбека, не забываем. Гарден Эндл еще есть. Ну нормально, лазер работает. Сейчас вот он ГА. Вот он, ГА, есть стан по двоим, Дэнди и Бивер спят. Супер! Увидели Дэнди, проблема огромная у Дэнди. Дэнди погибает, байбек у него есть, Пайкат. Заставили Пайката, Пайкат в дизарме. Пайкат пытается уйти, Ахпу уже здесь. Пайкат драться до конца с Ахпу, не добивает его. Эйнфлейм. Очень много дэмэджа Эйнфлейм. Монет СР. Санейк умирает опять, он без байбека. Как же они контролят-то? Потеряли только Ахпу. Ну и барак должен быть. Еще мат оставил будет? Еще, а Сандер уже открутился, 40 секунд прошло. Не добьет? Да надо добивать. Добьет. Тележка добьет. Мана стайл. Ну и Манет убьет. Хотя... Кил, репел. Так, тэп-аут. И Манет
слишком жирный. Блин! На халяву это все произошло. Да, фактически потеряли Ахфу. Убить инфлейма будет очень сложно, несмотря на то, что есть пайката. Хотя, смотрим, Лотус. Мы втроем должны же запилить четвером. Должны запилить. Наконец-то! Добили инфлейма, но потери очень серьезные. Недавно было вот. Да, тоже на подходе, сильно осталось чуть-чуть Санека. Ну вот видит. Хорошо. Ай-яй-яй, БКБ успевает Манет, как же долго-то думали. Ставится Wall of Replica, поздно, это все делается, ну и надо уходить. Еще и двое в слип попали, генерал разваливает. Разлом по пицею, ай-яй-яй, и никуда просто ультимейт Бивера. Это провал, это просто полный провал, ничем не попали Нави здесь. Санейка, тоже денег нету, тоже без байбека, тоже будет 50 секунд стоять в ультаре. ЛЖД нужно бежать, Вить. А Дэнди нет. Ну, Дэнди тоже понимает, это прилетели рокеты. Дэнди успеет что-то сделать. Нет, Дэнди, есть фортап, засейвили. Здесь байбэк от Дарксира. Дэнди пытается уйти, просто ломает ему молотком голову инфлейм. Без шансов. Загоняет под фонтан генерала. Ничего не может сделать здесь. Витя, 23-10. Финальный счет этого матча. И на 40-й минуте LG проиграет игру, первую карту. Очень красиво. Очень. Да. Согласен, очень красиво они все сделали и...